Ну вот и в третьей главе мы... Да. Так, опять у нас... У нас две проблемы, и времени в обрез. Первое. Топливо не поступает к двигателям. Второе. Вышла из строя гравитационная центрифуга. Это значит, что несколько триллионов тонн камня тянут нас вниз. Ты должен запустить центрифугу, возобновить подачу топлива и включить ускорители, чтобы я стабилизировал орбиту. Поменьше слов. Просто задание дай мне, куда идти, и все. Так, что-то как-то... Так. Нормально. Да-да. Я уже в пути. А давайте, кстати, посмотрим наше задание. Нам нужно... Да, большая локация, наверное, да? Ну тут жопа будет какой-то на этом длинном проходе. Третье. Подайте топливо в двигатели. Все. Так, ну, нам туда. В этот лифт мы пока не будем ходить. Потом сходим, потому что, как видите, задания у нас пока там нету. Так, что тут еще можно взять? Вот это вот. Дальше. Сообщение. Личный дневник. Исполняющий обязанности главного инженера Джейка Темпл. Запись. Прошло всего два дня с момента, как они вскрыли планету. Как погиб капитан. Паника, мятежи. Все это было только началом. Наши друзья, коллеги, они стали возвращаться. Изменившиеся. Возвращаться, чтобы убивать нас. Сегодня утром пропал Ракер. И я подозреваю, что он уже мертв. Моя команда. У них встают нервы. Я присматриваю за ними, но сейчас появилась проблема посерьезнее. Мы теряем топливо. И двигатель стал работать с перебоями. Денверс и я попробуем добраться до топливного отсека. Посмотрим, что к чему. Темпл, конец записи. Отлично. Я ничего не понял. Опа. Вот эта тема мне знакомая. Ну-ка, если... Ну ладно. Да я шучу, конечно, все, я понял. Топливо там закончилось. Бесполезно. Так, а это что? С этим ничего. Стоп. Что-то тут можно было нажать? Вот тут кто-то что-то выкатил. Но кто? Тут даже вентиляции все тело целы. О, что за схема? Какого черта тут происходит? Это же Хендерсон! Он спятил! Вырывает! Он вырывает себе зубы! Хендерсон! Бога ради! Боже! Он умер! Спокойно. Он жив. Но сильно приложился от двери. Господи, зачем он это сделал? Я не понимаю. Так, тут все нет. Да. У нас что-то, не помню, места, что ли, нету? Да, у нас надо... Слушайте, а новый костюм у нас там не было? Ну, нас бы и не хватило, надо экономить сейчас. Копить деньги. На новый костюм. О! Да сколько тут этих записей? Что-то написано. Короче, говорю, тут все про хаос пишут. Так, еще мы глянем. У нас есть два силовых узла. Значит, давайте их используем в натуре. Да? Мы же в натуре все будем использовать. Так, куда мы их используем? Да. Мы берем их плазменные и вставляем вот сюда. Вот и все. А дальше будем качать X. Блин, да тут X говно. Лучше здоровье. Да, ну нафиг. Дальше. Лазерный. И импульсная. О, маленькая схема. Ее тоже можно качнуть. Объем. Обязательно. А тут вообще с плазменным резаком можно пройти всю игру. Ну. Ну это и так понятно. Блин, вот сволочь. Бегает тут. Все ясно. Все мне ясно про вас. Короче, все тут ходы, они пересекаются так. И напугать меня, Кой? Я думал, он сдох. Ты меня напугать хотел? Да, толку нет. А тут кто-то есть, да? Ой, блин.
Нет, тут никого. Птички даже не влазят. Так, куда нам, кстати? Нам туда. Все правильно, идем. Неисправность. О. А, но она не откроется. Я хочу попробовать так поиграть. С таким резаком. Заскриптовано. Когда он вылазит, заскриптовано. Бесполезно в него стрелять, я так понимаю, да? Так, и здесь маленькая птичка. Тоже нам не влазит. Да куда нам надо-то? Здесь какая-то дверь еще. Слушайте, столько всяких ходов. Может, мы здесь были уже в начале игры? Так, вот, нам надо вот эту штуку. Активирован режим дозаправки. Отлично. Мне это ни о чем не говорит. А, ну нам сюда, наверное, надо. Ну подожди, давайте сбегаем, глянем. В той стороне что у нас? Мы вот здесь пропустили, да? Вот, во-первых, ящик пропустили. А нам ничего не влазит. Чем? О, кредиты. Вот кредиты нам, да, нам нужны кредиты. Здесь под... Вот плазменная энергия нам влазит, кстати, я заметил. А все, мы уже крюк навернули, да? Ну и ладно, все тогда. А, возвращаемся к нашему... А, все, готов, давай. Так, ты, пожалуйста, свали отсюда, ты мне тут будешь мешать. Ой-ой. Что-то там темно. Ну, там сейчас нас ждать, наверное, будут. Чпунька. Сам лазер центральный не меняется. Не испугаешь звуками. Давай. О, вон он ходит, засранец. Давай, что ты? Баба-баба-баба, нормально. Кто там еще спрыгнул? Ты? А, так они живые, сволочи. Всех встречающих. Пожалуйста, отойдите от вагонетки. Это что так? Я что, косой такой? Охренеть. Вот сейчас патроны-то и влезут нам. Да ни хрена они нам не влезают. Стазис нам не влезает. Давайте вот с этой, что ли, походим. А, вот с этой. Мы с ней не ходим почти. Давай. Открывай, что тут у нас? Патроны тоже, которые не влезают. Ну, просто потому, что у нас рюкзак маленький. Вот почему. Кого-то расчленили, посмотрим. Не стоило. Отключай, Денверс. Отключай. Инженерный журнал. Говорит Темпл. Видел силовую зону. Кто-то отрубил топливопроводы главного двигателя, а заодно испортил клапаны. Их надо 2400 кредитов, нормально. У нас очень мало времени. При отключенных двигателях орбита начнет сужаться меньше, чем через 10 часов. Не пойму, кто это натворил. Если один из чокнутых юнитологов, клянусь, я сверну ублюдку шею. Хендерсон сказал, они рядом. Нельзя было так оставлять его в живых. Заткнись, Тендерс, и тащи инструменты. Запись. Темпл, конец связи. Вот тут по-любому есть кто-то. Нет, нет. Кто-то из них сейчас оживет. Нет, никто. А что тут лежит? Тут стазис, который нам не влазит. И вот там что-то еще лежит. Эта штука тоже. Но там надо с той стороны обойти. Так, много ходов разных. Все не посмотрят. Тут заминированы, что ли, эти вентиляции? Фиг знает. Так, что тут у нас? Вот. Блин, труборез. Но он в этой игре не особо, наверное, крутой. Так, что выбросить-то, елки зеленые? Хрен знает, что такое. Схема топлива огнемета. Но он нафиг не нужен. Давайте вот это бросим. Схему уж возьмем, ладно. Давай. Активирован режим дозаправки. Топлива достаточно для запуска главного двигателя. Отлично. Сработал, Айзек. По датчикам у нас только четверть запаса топлива, но этого хватит, чтобы восстановить прежнюю орбиту, как только ты запустишь двигатель. Что за... Ложная тревога. Показалось что-то. Не ложная, Нигер, не ложная. У тебя уже глюки начались, это совсем не ложная. Я придумал, буду записывать все в одну точку. Вообще, удалить надо эти сейвы и заново начать. А ты в курсе, что техника на меня нападает? Я даже знаю... А, ну я... Ух ты, ё... Ну-ка, давай.
Давай посмотрим, что будет. Ничего. Толку никакого. А, все, не толку. Ну, во второй части мне больше нравится вся эта анимация движений и прочее, 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 прочее. Так, что тут у нас? Кто там пердит? Ты что ли? Нет, он дохлый. А это я что-то пропустил. Ну, единственное, что нас может сейчас заинтересовать, так это... Так это эти... Как там называют-то? Че? А, кредит его. Так, вот там что-то... Ну да, все, все сияет. Я хоть туда? Блин, я хоть... Да, вроде туда. Ну, не знаю, может, что-то и пропустил здесь. Ну, что там, кто нас ждет? Ой, что это за... О! Что это за... Блин, вот гад. Бежал. А чё не, чё он убегает, а? Иди сюда. Ты где? Я тебя жду. Подожди, нам. А, нам наверх. Та... А, ну да, за ним чё. Куда он побежал, этот чувак? Тут самое главное... Медленно не выбегать. Ну, в смысле, медленно не выглядывать из-за углов. А куда он делся? Тут главное в этой игре быстро все делать. Выбегать неожиданно, чтобы... Не было страшно, потому что когда вы задаете дыхание, по-моему, пришли на... Блин, сраница. Это уже точку пришли. Потому что, ну, это скриптовано, черт. Потому что... Давай посмотрим, что будет. Ничего не будет, давай. Ну, бабах. Че, толку нет? Ну, толку вообще... А, может, он заскриптованный был. Ну, толку нет. Так вот, неожиданно, потому что когда мы затаим дыхание, так, сейчас выходим из-за угла, то мы как бы в напряженке себя чувствуем, и мы напряжены, и тут бац, некромов выскакивает, и, соответственно, мы еще больше обсираемся. Так, труборез у нас есть, труборезик. Нет, нам бы сначала костюмчик купить, какое-нибудь топливо. Все, костюм у нас нету. А, вот, подожди, за... А, до второго уровня у нас уже есть. Костюм для увеличения. Малая аптечка. Её переместить. Для увеличения. Ну, понимаете, что надо увеличивать. Рюкзак. Да, именно рюкзак. Зато, знаете, сюда вернемся потом оттуда и патроны насобираем. Труборез, это, конечно, круто. Но, по-моему, в этой игре он не очень, в этой части он не очень шикарен. Я не понимаю, что это такое вообще. Какая-то старая панель какая-то. Причем непонятным каким-то образом лампочка двигается. Это. Так, что тут произошло? Мы что-то застряли, что ли? Тут что-то бахнуло. Подожди, а я знаю, что это за место-то. Вот нафига нам этот баллон? Ладно. Если тут будет что-то ценное, аптечка. Говорит Темпл. Мы здесь будем во второй части. У нас на заднице висит скала весом 4 триллиона тонн. Без работающей центрифуги гравитация просто размажет нас о планету. Посмотрю, возможно ли ее починить. Ну, смотрите-ка, все берем. Чуть нам влазить-то все. Так, вот тут что-то пропустил. Патроны запрятали, но они нам не нужны. Так, а зачем нам верстак? Мы же... А, мы подбирали один силовой. Начнем качать импульс, мы сразу объем и все. Так, отлично, красавчик. Так, все, да, идем дальше. Давай. Кстати, управление сложноватое. Если вам кажется, что легко, так это только на видеозаписи. Ну, давайте, я жду вас. Активирован режим обеззараживания. Пожалуйста, ждите. Тебе надо пушку вот эту взять. Ну ладно, сейчас пока... А, подожди. Да, они не придут сюда сначала. Да, вон он. Пошел. Давай, я тебя жду, дорогой. Любимый. Сыкло, чё? О, на стрелу пошли. Ну, вообще очковые чуваки какие-то. Ну, где вы? Чё? Чё, очко? Очко зажалось, да?
Ну да, конечно. А что так темно-то? А, что-то не в порядке, да? Что происходит? Звуками своими не пугай меня, что ты. Ну ж я обделаюсь. Да хрен с тобой. Давай, иди сюда. Не, это надо против большого количества инфоморфов. Опа, опа, опа. Фига он перелез через стекло. Нормально, нормально. Ой, блин, отлетел. Я еще. Да, блин, выходи. Чё? Чё это такое вообще? Какого фига? Где они вообще? Вообще урона не было. Скриптованная фигня. Давай. О, все нормально. Сейчас последний, наверное, вылезет где-нибудь. Чё, нет? Обеззараживание завершено. Ну, открывай тогда. Спасибо за ожидание. Да пожалуйста. Так, вот еще что тут. Что тут? Патроны, нормально. Да, помню, сейчас там гравитация, наверное, хотя вряд ли. Так, тоннели тут. А, вот, вот как это все происходит, они сами катаются. Да, нам в другую сторону, но там, по-моему, ничего не должно быть. А, ну кроме сил, я имею в виду дверь за... Такая же органическая хрень, кстати. Ой. Если прорвет кашель сейчас вообще. Ой, чувствую, блин, жопа сейчас будет. Этот проход огромный, мне не нравится. Во-первых, я слышу звук. Давай, пожалуйста, нет. Ой, блин. Смотрите-ка. А тут золотой, а тут этого нету. Может, я должен был подойти, меня кто-то схватить? Да не. А тут, смотрите, тоннеля нет. Тут сейф сейчас справа будет, наверное, да? Та-дам! Так, тут баллон. Это значит, что там кислорода, наверное. Так, что взять? Средний. Наверное, средний лучше. Во-первых, аптечку используем или берем средний. Оба баллона сейчас, наверное, используем. Не, ну я люблю сохраняться. Это мало ли что. Бывает, все-таки вылеты какие-то. Лучше уж сохраниться. Не закрывай. Тупой, блин. Ладно. А, наверное, кислород потом исчезнет. И сейчас зона твари эти ползут, блин, наверное. Я вот уверен. Так, во-первых, Айзек как-то... Не зашибись. Странно бегает. Давай. А, вон они. Ну давай вот это. Чё? Где-то рядом, что ли? А, вот он. Ну как, тебе нормально? Мне кажется, круто. Тебя разворотило. Давай. Бам! Опа, так быстро. Мерзкий. Да ты мне не влазишь, чё. Ну, давайте ящик сразу поразбиваем. Да блин. Кинезис. Он, волна какая-то идет прям туда, к этому объекту. И только потом цепляет. Давай. Что тут надо делать? Ну тут лифт. А, ну все ясно, что. Для чего лифт? Потому что будет тут невесомость. Ладно, давай. Блин, она же спускаться-то надо. А, контрол. Уяу. Полетели. Так, ты идешь сюда. Чпот. Че, офигел, что ли, вообще? Вот что-то не то тут, короче. Что-то надо тут думать. Да, думать надо. А, подожди, наверное, ее надо остановить сначала, да, стазисом. Да, вот тут, смотрите, баллоны везде. Видимо, сейчас жопа тут начнется. Так, ну может ее реально стазисом надо остановить? Нигде стазис зарядки нету. Надо глянуть. Если есть, то и все ясно тогда. Ну, честно, я не вижу. Да, не видно. Ну давай тогда вот еще. А, подожди, вон наверху стазис зарядка. Не, никак. Ну давай тогда стазисом жахнем, потом давай. Сволочь, значит, все правильно я сделал. Теперь надо быстро следующий, наверное, да? Давай, пожалуйста, быстрее.
Я знаю, что вы мне дадите время. Ну-ка, давай. У тебя... Ну-ка, давай вот этот баллон.